Космические баталии и звездные войны – это, конечно, хорошо. Но не всегда космос хочется ассоциировать с какими-то сражениями. Гораздо ближе к сегодняшнему дню, к нашим реалиям, обычное изучение космоса. И вот за это я хвалю компанию Brick за серию Space. В этой серии есть космические корабли, шаттлы, спутники и другие космические объекты. И все это связано с изучением космоса, никакой агрессии. В данном случае тут набор маленький, 36 деталей, стоимостью 70 рублей. А, пакетики, это моя ахиллесовая пята. Но я подготовился, и у меня есть ножницы. Здесь есть действительно интересные детали, и, как обычно, качество пластика отличное. Обязательно во всех наборах есть инструкция. Луноход готов, колеса резиновые, крутятся, и это доказательство того, что даже такую простую модель из 36 деталей можно сделать интересно и качественно. Человечка не отличить от фигурок компании LEGO, и он выглядит ровно так же, как и на упаковке. Космос нас ждет, поехали! И продолжая исследовательскую серию конструкторов Brick, Pigboat – это подводные дела. У меня в детстве был конструктор Лего с подводной серии. Скажу так, самый неинтересный конструктор впоследствии игры. То есть сама сборка и игра в этот подводный мир интересна. Но потом, что можно еще придумать с подводным миром? У меня были пираты, какие-то другие там конструкторы, средневековье, еще что-то. Что можно придумать, как они могут взаимодействовать? Как пираты под водой, или как космические, или какие-то средневековые игрушки? Как это все связано с аквалангами, костюмами? Что мне еще нравится у компании Brick, так это то, что конструктор, большие которые наборы, они разложены по пакетикам, очень удобно. В этом наборе 122 детали, пластик очень добротный, а цвета радуют глаз, яркие, отличные. Если какие-то детали у компании Brick должны крутиться, то они действительно крутятся. Да, может быть, компания Brick и не славится таким уж большим разнообразием моделей к сегодняшнему дню, но это неплохо дополнит коллекцию LEGO и сэкономит бюджет на несколько тысяч рублей, я уверен. Субмарина почти готова, правда, не очень удобно сажать туда вот этого человечка, но это мелочи. Здесь отсеки все открываются, крутится перископ, да, по-моему, называется винт, крутятся вот эти штуки и осветители. И второй человечек готов, поплыли. Ну, о плюсах что тут говорить, все и так уже ясно. Минусы, ну только вот эта кирка непонятно зачем. Если вы увидели аквалангиста с киркой, то скорее всего это китайский аквалангист. Вот сказал я о том, что не очень большое разнообразие у Brick. Смотрите, гоночная машина. 96 деталей и человечек в очень странной шляпе. Стандарт, все в пакетиках. Маленькая придирочка компании Brick. Во всех конструкторах на некоторых деталях есть следы вот формовки. Видите, вот такая, не знаю, будет видно вам или нет. Вот белая точка и вот они, эти белые точки. Но опять же, такая мелочь. Вы только посмотрите, в наборе есть чемоданчик, и он закрывается. Большая часть машины готова, и у меня складывается впечатление пока, что конструктор Brick — самое, пожалуй, интересное решение из аналогов LEGO. Главное, чтобы все детали были в комплекте. Вот еще один минусик. Видите, качество стекла вот здесь не очень хорошее. Показать все, что скрыто, без прикрас. Краска смазана. Машина готова, и выглядит она замечательно. Настоящая спортивная тачка. И опять посадить человечка довольно сложно. Все выглядит ровно так же, как на картинке. Все круто. О, я так отвлекся на сборку, что не заметил, что у меня камера завалилась. Теперь все нормально, но я, с вашего позволения, не буду переснимать. На сегодня конструктор Brick достаточно. А на следующий выпуск я приготовил самое сладкое. Это то, чем славится конструктор Brick. Это военная серия. У меня есть один набор, и я вам его покажу и все расскажу. И про эти наборы я скажу следующее. Качество исполнения великолепное. Недостатков минимум. Стоимость, так, сейчас по поводу стоимости. Этот набор 170 рублей стоил, этот набор 150, и этот набор стоил
70 рублей, да. Стоимость очень привлекательная. Все параметры, ну, просто кричат о том, чтобы вы купили эти конструкторы, если вы любите такого рода игрушки.